с приездом в сборную. Спасибо. Ты что, не загадывал желание на Новый год, чтобы попасть в сборную России? Нет, не загадывал. Но очень рад здесь оказаться. Как-то атмосфера уже немножко освоился? Ну да, вот некоторых ребят знают, там Зеленькина, Бакаева, вот уже увиделся, пообщался. Так, сейчас буду со многими ребятами знакомиться, но некоторых знаю уже. Волнение есть? Ну да, немножко есть. Тут же ребята из молодежки что-нибудь говорят тебе? Да нет, только поздравляют, что вот вызвали в основную сборную, больше ничего. Как родители отреагировали? Родители очень обрадовались, конечно, и напутственные слова сказали. Я слышал, что ты подумал, что это прикол, когда узнал про сборную, да? Ну да, тренер подошел второй, ну, я лежал на процедурах, думал, шутка какая-то, потом смотрю, и правда, и ну, классное ощущение. Будут матчи с Бельгией, Сан-Марино, ближайшие с Бельгией. Что можешь о бельгийцах вообще сказать? Все знают, что это игра за первое место в группе, поэтому, я думаю, у всех серьезные отношения, будем готовиться. Где живешь, Слава? Крестовском? На базе. На базе? Крил камерой со Словом. Нет, я в самолете еду. Что такое? Все, что можно уже. Уже по всем вратам сдал. Хорошо играл? Я просто смотрел, как получилось. Ну игра ничейная. Как бы поражение не застыло. Не, ну сейчас бы... Такой ничейный, вы один раз до ворот дошли. Эванс сейчас один на один забил и все. Если бы не ваш вратарь, там бы такой Эванс был бы. Это наш Шамы первый номер. Да-да. Нет, я тебе как это. А, как быстрее. Когда? Добрый вечер, дамы и господа, говорит командир корабля. Какие слова он хороший тебе. Как он тебя любит. Пишешь ему, лучше мне дашь, я отправлю. Давай подождем, с локомотива успеет доехать. Сюда, да, надо? А я уже в Сочи общал. Матрешка! Да, привет, как такое может быть. Хотел тебя, ну не буду.